say, start as now, here I am, like it say, sunset is revived, Здравствуйте, ребята! У нас в гостях группа «Черничные ночи». Давайте познакомимся с ними. У нас они впервые, то есть можно сказать, что и для нас, и для них это премьера. И вот состав этой прекрасной группы. Татьяна Зайцева. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Так, прекрасно. Это Андрей Андрюшкин. Вадим Манцев, группа с красивым басистом, да, пришла в это редкость. И Владимир Заварихин. Посмотрите, какой он счастливый, улыбающийся человек, хоть и, видимо, не спал вообще. Ну, давайте знакомиться, давайте знакомиться. Давно ли вы возникли в нашем городе? Откуда вы вообще? Да. Мы возникли 2,5 года примерно назад. Одновременно возникли все? Или как? По очереди? Наш коллектив. Мы вместе объединились. Так, хорошо. Да, ребята до этого играли в другом коллективе, играли очень тяжелую музыку. А я тем временем одна пела в ресторанах. Да, вот, что? Да, и одновременно нам пришла идея. И вы из легкого жанра перешли в тяжелый, к ребятам поближе, да? Не, наоборот. Они объединили два, я понял. Такой супер легкий и супер тяжелый. И вот что-то среднее получилось сейчас. Черничные ночи получились. Черничные ночи получились, да. Что у вас в репертуаре? Мы играем все, что любят люди. Вот, допустим, просто такую сильную любовь я ни у одной кавер-группы не слышал. Не было вот еще у меня. Серьезно? Вот у красноярской кавер-группы этой песни ни разу я не слышал. Никогда. Слушайте, ну, такая сильная любовь, это такой, ну, более современный репертуар, ну, да? Как есть же вот эти... Лет 15 уже ей. Ну, слушай, а летящей походкой лет 40 уже этой песни? Это ретро. Это ретро, но это ретро очень любят люди. Я знаю, что кавер-группы это играют. Вы такое играете? Летящей походкой, к сожалению, мы пока еще не дошли. 40 лет все-таки назад было. Ну, тут смотря какая стилистика. Некоторые группы говорят, мы не будем вообще играть ретро-песни.
Не-не-не, мы гибкие, у нас есть в наборе, ну, не конкретно именно эта песня, а есть в наборе старые, проверенные временем хиты. Но также, как бы, приходится играть и совсем что-то новое, что появляется, буквально... Ну, почему-то новое быстро сгорает. Заметь, часто, приходится. Ну, как бы не очень хотелось бы, но приходится. Лучше летящей походкой два раза сыграть. Слушайте, да, будете озвучивать новую песню-то, которая победила на Евровидении? Как раз-таки новый такой материал, такой рок хороший. Это рок, да? Это рок, да. Глэм-рок называется, по-моему. Глэм-рок. Да. Ну, как вам вообще эта песенка-то, которая победила, итальянская? Слышали, слушали? Я видел. Честно, мне понравилось. Я вообще удивлен, что... Прям хит-хит. Впервые что-то на Евровидении... роковая, ну ладно, там были лорды у нас там давно, но эта песня действительно подцепила, и она качественно, прикольно, грамотно и роковая. Все. Ждем, круто. Когда Владимир будет выступать в таком же образе, как ребята на Евровидении. Ну что ж, у нас в гостях группа «Черничные ночи», они будут с нами еще не раз, да, у нас через минутку еще один трек от них, поэтому вот под эту живую музыку мы рекомендуем вам сегодня просыпаться, тем более, что именно сегодня праздничный эфир в честь дня рождения телекомпании ТВК, сегодня много различных розыгрышей для вас, я думаю, это утро должно всем нам запомниться, понравиться и уже нас немного подготовить к грядущему лету.